Roman Štyrko! If you want to touch Klaus, do it now and go back to your corner. Good luck in the fight, sir. Ready? И легче. Японский боец. И попытка перевода в партер. Первая попытка. Одно колено блокировал Исинова, другим... Так, я еще раз сказал, Иван, голодами этой подготовки. О, хороший попадает, удар. Попадает опасность сейчас. Сатуся. Штырков вставляет колено, колено в плечи. Еще, еще одно колено. Одно колено. И хорошо забирает. Попытка Иван. Подсечь. Сражение. Работать, Иван. Так, подкормил уже коленями Сатоси Иси, чтобы взорваться контратакой. Мы видели, как он опасно пробил двойку. Оттянулся. Попытку прохода где? Японец тут же ответил, что из бойцов. Я думал, вопрос. О, хорошо попадает в клинче. Об умении работать как стойки. Так, если бы был Сатоши, Сатоси Иси боксером, он бы сейчас сделал сайд-степ и насадил бы на Ивана Штыркова. О, хороший снова удар коленом по туловищу. И пока что такой мани-панч для Ивана Штыркова. Чувствуется, что не проходит работа. Мало что удалось японцу. Ждем вторую пятиминутку. Неоспоримым, на мой взгляд. Ох, хороший. Попытка контратаки Штыркова закончилась тем, что Сатоси Иси залетел в клинч. Со стороны Иси колено попадает сейчас Иван. А мы видели, как коротким боковым потряс Штырков японцев в первом раунде. Хорошо, хорошо попадает несколькими Штырков. Ударами Штырков. Японца пока. Хороший лоу-кик попадает Иван. А вот попытка перевода в партер. Вот и первая попытка в партер. Удается Штыркову, да. Захлопывает гард. Нужно Ивану освобождать руки, ну и пускать их в ход. В хорошем смысле слова распустить руки. Второго раунда. Работайте, ребята, работайте. Сказал. Минутка, эпизод бесконтактного боя. О, опасно. Огрызнулся Сатоси. Хорошо попадает Иван сейчас. Справа. Так, хлестко пробил. Хороший хай-кик от Штыркова с разворота. Ух. Отвечает хай-киком. Японец разозлился. Показалось мне Сатоси Иси. Но ему нужно работать, потому что пока что активнее, точнее. И бойцы снова оказываются в центре ринга. В стойке бой продолжается. Хорошо попадает. И это тяжелое попадание. Я бы уже остановил нафиг. Извините за эмоции. Досрочная победа от Ивана. Такой молодец. Но на самом деле давайте пожелаем здоровому бойцу, который оказался в очень тяжелом нокауте. В очень тяжелом. Ох. Приходить в себя Сатоси Иси. Бурно радует Иван Штырков. В одном городе. Яркая победа, удивительная победа Ивана. На бок японского бойца, который постепенно приходит сейчас в себя. Но он в очень тяжелом положении находится, конечно. И лучшего восстановления после такого нокаута нам показывают еще раз этот эпизод. Там, в принципе, можно было после первого удара этого останавливать. Ушел вниз и точным боковым попал здесь Иван Штырков. Ну, тяжело, боец. Спарринги с боксерами РМК Боксинг Промоушен. Ну, надо отметить, боем все лучше и лучше прогрессирует Иван Штырков именно в стойке. Я думаю, первая десятка UFC должна уже задуматься о том, что они делают вообще. На третьей минуте 43 секунды второго раунда победу нокаутом!
решал непобежденный Иван Штырков! Ну что ж, Иван Штырков одерживает победу. Теперь его послужной список 11-0. И здоровья. Здоровья. Иван, this fight of yours seemed different from the previous ones. Этот бой был не похож на ваши остальные бои. То есть вы себя очень так аккуратно, ну не то что сказать аккуратно, вы ждали момента. Скажите, это была такая тактика или вы ожидали чего-то другого от боя? Нет, тактика была немножко другая в плане. Подстраивались конкретно под соперника. А как вести бой? Ну, естественно, мне и подсказала моя команда, но я думаю, что это еще опыт. Я оценил соперника как максимально опасного. Я имею в виду и опыт у него и в любительском спорте, ну, в дзюдо я имею в виду, и в профессиональных боях по смешанным единоборствам. И дрался он со многими именитыми бойцами. Ну и опять же, очень хотелось попробовать все те вещи, которые мы нарабатывали с командой. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Hard fighters before, we knew that, but we had to adjust. But again, we had a plan of doing a power punching technique. We changed it a little bit, but here we are. Here's the result. So you defeated some of MMA's most famous fighters. There's Jeff Eisman and also the last fight, Antonio Bigfoot Silva. Now Satoshi Ishii. How does it feel to be knocking out people who are some of the best in MMA? Когда ты посылаешь человека в нокаут, если он очень высокого класса, то, естественно, это ну, уверенности очень много придает. И в плане того, что, значит, правильной дорогой идешь, ну и иду в плане тренировок, в плане работы. Огромная ответственность перед болельщиками, перед своими родными, перед друзьями. This means that I'm doing the right job, I'm moving in the right direction, I'm doing the right trainings. Also, it gives me great reassurance in myself and in my abilities. But first of all, it's a great responsibility because you have to keep that level up. You have to keep defeating these people. You have to be way up there in terms of your trainings and everything. And of course, it's a great responsibility to the fans. So thank you very much. Well, congratulations on an excellent fight. And also, we're looking forward to seeing you in the ring. And ladies and gentlemen, please give a round of applause to our winner tonight, Ivan Shtyrkov. Ivana Shtyrkova. Satoshi!